саженцы дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Орловим Мелба станут удачным приобретением для посадки на небольшом участке. Одно многосортовое дерево приносит два вида яблок с разными сроками созревания. Урожай с яблони Орловим собирают уже летом, так как сорт относится к скороплодным. Достаточно крупные яблоки имеют сильный аромат, сочную мякоть и сладкий вкус с выраженной кислинкой. Сорт Мелба приносит плоды поздним летом. Средняя масса яблока составляет около 140 граммов. Яблоки окрашены в светло-зеленый цвет, поверхность покрыта полосатым румянцем. Вкус характеризуется как кисло-сладкий с конфетным ароматом. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Орловим, Мелба – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Орловим, Мелба можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания яблони прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Орловим, Мелба в месяц май. Интересные цветы яблони могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Орловим, Мелба имеет летний срок созревания. Плоды яблони созревают в месяце июль-август. Форма у плода округлая. Вкус кисло-сладкий, мякоть твердая. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Орловим, Мелба, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.